Xiaomi больше не торопится в США, намереваясь и дальше завоевывать Европу. В ходе свежего интервью исполнительный директор компании Xiaomi Лей Цзун, Лей Джан, говорил о планах компании относительно выхода на новые рынки. Он заявил, что компания и дальше планирует завоевывать рынок Европы, усиливая свое присутствие в регионе, а вот с выходом на рынок смартфонов США компания теперь не торопится, хотя о потенциальной возможности этого говорят в течение последних нескольких лет. Лей Цзун не стал ходить вокруг да около, прямо заявив, что причина для того, чтобы поменять планы по выходу на американский рынок смартфонов, заключается в торговой войне, которая развернута между правительствами США и Китая. Глава Xiaomi также добавил, что в эпоху сетей пятого поколения дело компании должны пойти еще лучше, причем не только из-за новых смартфонов с поддержкой 5G. Компания Xiaomi предлагает различные сервисы по стримингу музыки и фильмов, которыми сегодня пользуются более 220 миллионов человек. Сети 5G позволят ощущать все прелести этих сервисов в любой точке, где будет присутствовать покрытие сети.